Сегодняшняя рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания. В его работе приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Всего в этот день было рассмотрено 9 важных вопросов. Первым свой доклад о готовности к новому отопительному сезону главе района представил первый заместитель Руслан Ямыков. Все мероприятия мы проводим. Сельская готовность по району у нас достигнута. Глава района, в свою очередь, поручил начать отапливать все школы и детские сады. Далее по повестке были рассмотрены вопросы, касающиеся социальной газификации, о проводимой работе по достижению KPI-показателей, привлечения внебюджетных источников в целях реализации программы комплексного развития сельских территорий. Начальник управления сельского хозяйства района Заур Самогов доложил о текущем положении в агропромышленном комплексе. Он отметил, что на сегодняшний день на полях района близится к завершению уборка подсолнечника. Параллельно ведутся работы по севу озимых зерновых культур. Средняя урожайность подсолнечника по району составила 18 центнеров. Все озимых колосовых у нас идет хорошими темпами на сегодняшний день. Значит, сев зимующего рапса полностью завершен на площади 9950 гектаров. То есть план будет 1900, посеяно 1950. Также у нас сев ячменя тоже завершается, план у нас 1600. И уже посеяно около 5000 гектаров озимой пшеницы. Всеми семенным материалом полностью обеспечены фермеры. Я думаю, до конца этого месяца, при хороших погодных условиях, мы практически завершим сев озимых колосовых культур. В завершении планерки глава района ознакомил присутствующих с новыми кадровыми назначениями. Он сообщил, что редакцию газеты «Кашхабские вести» теперь возглавляет Роза Зеушева. Пожелаю ей здоровья и успехов на новом месте.